Детскому спортивному клубу «Юниор» уже более 20 лет. Появился он в промышленном районе на улице Братьев Башиловых 15/3, благодаря группе энтузиастов, стремление которых было вовлечь как можно больше молодежи в спорт. Клуб и по сей день работает в подвальном помещении. Места для занятий не так уж много, да и условия требуют лучшего, из-за чего специалисты Роспотребнадзора и Санпина вообще предложили клуб закрыть. По договоренности с городом его закрыть не даем. И буквально в этом году был найден вариант размещения спортивного клуба, где занимается больше 100 ребят. За счет средств депутатского фонда сделан проект и выделено новое помещение под спортивный клуб. Оно находится на улице Братьев Башиловых, 11. Конечно, сейчас трудно представить здесь новые спортивные залы, но уже совсем скоро начнется капитальный ремонт, на который депутаты обещают выделить почти 11 миллионов рублей. Здесь мы найдем возможность и штат в клубе расширить, чтобы не только энтузиасты там работали, а уже штатные сотрудники, чтобы клуб вошел логично, вошел в сферу социальной работы промышленного района. Уже не первый год мы сотрудничаем, и это действительно так, что с помощью нашего депутата Куниловского решались многие вопросы по нашему клубу, по деятельности нашего клуба. Депутат Куниловский обещал и впредь оказывать поддержку спортсменам, а также контролировать все строительные работы. Работы должны начаться оперативно, вот буквально после заключения контракта. И к 31 декабря все работы должны быть сделаны. И клуб должен отметить в 2014 году свое новоселье, справить и начать работу в новом качестве. Екатерина Тихоненко, Владимир Семенов. Наше время.